Всех приветствую. И у меня будет коротенькое видео, потому что поступал как-то один вопрос. Всего лишь один вопрос, но мне кажется, этот вопрос интересует не только одного человека, который его задавал, а более широкую аудиторию. Вопрос о том, что будут ли еще ремни такие вот короткие, то есть которые подешевле. Понятное дело, что длинный ремень, он, конечно, длинный ремень, и им удобнее. Им быстрее править. Я тут просто снимаю около токарного станка своего на столике. И вот так вот вам все это дело состряпал. Но тут, короче, я сделал как длинные ремни, так и короткие ремни. Длинные уже размещены на сайте. Эти просто добавятся на склад. А вот короткие будут размещены еще одной категорией, как бы так сказать, не знаю, как правильно, более бюджетном сегменте, так сказать. Они будут рядом размещены, где большие, там рядом и будут и короткие, длинные, короткие вместе. Ну что ж, увидимся, надеюсь, уже с какими-нибудь бритвами на обзоре. Поэтому особо не прощаюсь, говорю до свидания, до новых встреч.